Всем привет, с вами Даниил Петрополитенчик. Это у нас салон электропоезда DD4M0262. У него стандартные лавки синего цвета. Не знаю, по цветке рассадка направления. Вот отопитель. Такие форточки душегубские. Лампа люминесцентная отдельная. Вентиляция. Стандартные двери. Сейчас тишина просто вот самая стандартная. Только я сейчас в этом могу. Почему так у нас тут? В общем, я сейчас в моторном вагоне нахожусь, есть прицепные, конечно. Какие у нас тут? А сейчас уже гроза, пипец. Слушай, а эта створка двигается сама. Ее можно самого СС. Что не так-то с этими электричками? Алло. И это даже можно. Я не представляю, как, блядь, эти электрички пускают. Вот. Что тут в вагонах? Автоцепка СА-3. И тут вот вентиляция. Ну что, это видео Данил. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем хорошего дня. Всем удачи, всем пока.